есть возможность отработать какие-то нестандартные ситуации, то, что я говорю, максимально быстро принимать решения в каких-то нестандартных ситуациях, как что повести себя, это и видят, как говорится, преследуемые экземпляры, то есть те, как бы, нарушители, и они понимают, что надо как-то вникать, уйти как бы не могут, и все-таки в рамках повышения мастерского пилотирования, понимания ситуации, они едут, пытаются достать, то есть все как в жизни на дороге. Поэтому предупреждаем сразу, не застранированные мероприятия. Как что все начиналось с малого селфи, но разыграли эту фишку. Ваши аплодисменты! Патрульная полиция города Днепропетровск, Днепра! Участники ралли на серийных автомобилях на этапе чемпионата Украины, Кубка Украины в совместном проекте. Это все здесь, Днепр 2016. Всем огромное спасибо, много тебе разговоров. По поводу видео, все видео, которое снималось, пожалуйста, подойдите к Александру Швейману, либо представителю Днепропетровского клуба, дабы взять координаты, в координаты дальнейших действий, в плане этого интернет-видео на ролика.